Художники и представители крупнейших училищ Сибири в эти минуты обсуждают важные темы и проблемы профессиональной сферы. В Новоалтайске проходит научно-практическая художественная конференция. Эта конференция открывает юбилейные мероприятия, посвященные 45-летию со дня образования Новоалтайского государственного художественного училища. В этом году тема 30-й конференции «Опыт и проблемы проведения художественных пленэров рисования на открытом воздухе». В трехдневном формате в форуме принимают участие представители художественных училищ Красноярска, Новосибирска, Кемерово, Новокузнецка и Якутска. В рамках конференции будет работать межрегиональная выставка студентов этих учебных заведений. На ней представят более 100 работ. Также мастер-класс по живописи проведет профессор Красноярского художественного института, заслуженный художник России Владимир Бычинский.